Її головне завдання – робити людей щасливішими, даючи можливість насолодитися смачненьким. А отже, наше знайомство буде не тільки цікавим, але й солодким. Про початок власної справи, поєднання її з материнством, натхненням, інтересом та сім'єю. Історія засновників сімейної кондитерської Олександри та Анатолія Годун. Все почалося з бабусиного медовика. Через 3,5 роки спільного шлюбу Олександри та Анатолія настало солодке життя в буквальному сенсі. Наприкінці минулого літа Олександра випадково повторила рецепт медового торта, який пекла бабуся чоловіка. Я вообще всегда любила готовить. Вот, и как ни странно, мой муж меня на это вдохновлял. Даже до нашей свадьбы мы еще были друзьями просто. И мне вот хотелось что-то, что похвалили, и вот он хвалил, и это хотелось готовить. Вот, и когда мы уже вот поженились, вот уже 3,5 года где-то уже мы были супругами, и я вот ему спросила, что тебе на день рождения испечь. Вот, и он мне говорит, ой, испеки медовый торт. Я так обалдела, потому что это такой, ну, простой торт. Как бы мне хотелось для него что-то вообще такое сложное, что какой-то рецепт, что-то вот, ну, всю любовь показать, что я вот такое для тебя делала. А тут медовик. Спекла, и вот подаю ему, как бы, жду же его реакции, потому что, ну, знала, что он это будет оценивать теперь так, сквозь призму бабушкиных изготовлений всяких. Вот. И мне удалось. Вот каким-то чудом, я не знаю как, вот, но он прямо закрыл глаза и говорит, боже, реально, это оно. Саша поділилася солодкою радістю в соцмережі, і тут стали надходити замовлення. Вже в перший місяць більше 10 тортиків народилося на їх кухні. Я любила фотографувати, как бы постити, это просто делиться. То есть я не ставила цель реклами вообще никакой. Вот. И друзья не увидели, попросили мне им спечь. Это торт. И когда только шел на работу, шел по центральному рынку, он встретил еще одних знакомых своих. Они такие, о, Толян, что ты несешь? Они говорят, да торт несу, жена спекла. Он ну, покажи, что это за торт. Он говорит, ну да, Вик. О, она может и нам спечь. Но через 2 дня, говорит, это сын на день рождения или кого, я не помню. Там. Ты кого нам еще сюда, если можно, грецкий орех, ты бабки мы любим. Я такой, ну хорошо. И так вот он мне за день, у меня как он словил еще один заказ. И вообще, и понеслась. Коли Олександра розпочала свою солодку справу, її сину Леву було всього півроку. Друзі весь час дивувалися. Саша, як ти все встигаєш? Ну, я така спритна. Мне как бы, слава Богу, я в маму в этом плане, что я все успеваю. Вот. Бывают, конечно, моменты, когда все-таки маленький ребенок, это я сама не понимаю, честно говоря, как это все получилось с таким маленьким ребенком, потому что, наверное, нужно либо чем-то жертвовать, но я никогда не поставила бы что-то выше ребенка, потому что это, он наш долгожданный, мы его планировали, мы его ждали, мы его любим, и мне ничто не надо, чтобы вот перебивалось как бы отношение с ним. Вот. Но здесь это в удовольствие, то есть как бы любая свободная минутка, я подстраиваюсь под его режим, когда он же сможет лечь спать по-разному, там уснуть по-разному, есть по-разному, то есть все как бы, бывает период режима хорошего, а бывает совсем диз, такой диз-режим, вот, поэтому подстраиваюсь под него, стараюсь как бы вот во время его сна. Маленький Лев полюбляє посидіти та поспілкуватися з мамою. Найчастіше Олександра бере його на кухню, дає мисочки, формочки, з якими він грається. Буває, мамин помічник і ложкою щось збиває та дегустує мамині творіння. Ой, вкусно? Гарячий такий, да? Для Саші величезну роль грає підтримка чоловіка. Мой муж для мене мій більший друг, тому що наші відносини строїлися з дружби. Мы вообще были в разных интересах друг к другу. И вот наши отношения, у нас фундамент крепкий, то есть надежный, дружный. Мы как бы не подводим, стараемся друг друга, входим в положение. Вот как бы в семейной жизни вообще это очень классный фундамент. Вот. И что касательно вообще, вот он, ну, он меня очень поддерживает, вдохновляет, потому что раньше я мало верила в себя. Вот благодаря как бы вот этой его поддержке, если и ну, моей семье, тоже маме, это вообще, конечно же. Вот. Но муж это что-то отдельное вообще, потому что благодаря ему действительно появляются крылья, ты в себя веришь, и он трезво оценивает, он мне может сказать действительно, что не так получилось, что было бы лучше, что... То есть вообще вот очень поддерживает. Під час нашого інтерв'ю Олександра не тільки цікаво розповідала, а й готувала смачні капкейки та поділилася маленькими таємницями приготування.
американский рецепт. Это, ну, кекс просто, он печется большим, там в отеле прямоугольный, или такой с дыркой в середине, вот это большой кекс. А капкейк – это маленький, ну, вот там вот есть, если на английском прочитать капкейк, кап – это чашка, то есть как бы маленький тортик размером в форме чашечки. Вот, еще их называют, типа, кексики, тортики фей, потому что они маленькие, как бы для фей. Вот, поэтому это как бы вот его родное, настоящее законное название. И у них есть особенность, ну вот как их выпекать. Есть секрет, то есть не, обычно мы разогреваем духовку, например, когда выпечку, готовим духовку, чтобы поставить выпечку. А капкейки и маффины, их нужно ставить в холодную духовку. Поки наша знімальна група чекала на смачний десерт, Саша розповіла мені, що закінчила учбовий заклад по класу гітари. Коли почала займатися кондитерськими виробами, з головою поринула в цю справу. Стала порівнювати себе з іншими майстрами, які теж цим займаються. Конкуренція не налякала. В кондитерському світі я теж зрозуміла, що це теж таке ж мистецтво. Тому що, як би, от... Когда ты смотришь на какие-то работы, чуть ли не скульптурные вообще, а это, ну, это торт, то есть что вообще возможно сделать человеку, ну, это все искусство. Вот, и вкус, и чтобы человеку понравилось, чтобы он захотел еще раз это попробовать, это тоже дорогого стоит. Всі замовлення Олександра ділить на три види. Перший – коли замовляють за картинкою з деякими змінами, другий – коли клієнти повністю довіряють, та третій – коли людина просить втілити свою фантастичну ідею. Ну вот недавно, например, у меня заказали футбольный мяч торт. Вот. Мне вообще очень большое удовольствие доставило работать с этим. Потому что, ну, это все необычно. Это форма. Причем, как бы, да, у тебя нет прям, да, вот идеально ровной форме. Это ты работаешь руками, все выравниваешь, все смотришь. Вот, мне очень понравилось с этим работать. И он получился такой вот мой муж футболист. И вот у нас такие мальчики нашей семьи, они конкретные футболисты, они оценили. Они сказали, вау, прям на настоящий мяч похож. Вот эти пятиугольнички, шестиугольнички черно-белые. Вот, мне очень понравилось. Ну, такая необычная достаточно работа. Назва сімейного бренду говорить сама за себе. Як кажуть, все геніальне просто. У цієї чудової родини є мрія надалі відкрити кафе. Мечти, вони є, і ми дуже, ну, ми віримо, що вони виконаються, тому що ми, як би, максимум усилля к этому прикладываем. Хотим, конечно же, в будущем, чтобы открыть своё заведение, свою прямо вот, ну, как бы, формат будем уже ближе туда знать какой, вот, но как бы в среднем, чтобы это была отличная кофейня с очень вкусным, качественным кофе, чтобы ты зашел туда, и ты, как бы, вообще вот встречал запах кофе, была очень вкусная выпечка, вот, хорошими друзьями, чтобы мы были для наших посетителей, вот, вот я думаю, хорошо бы с этого начать, вот, а дальше будем расширяться, будем, ну, мечты большие у нас. Анатолій та Олександр хочуть, щоб їх сімейну справу продовжили діти, якщо на це буде воля Божа.